Сильный ливень с градом прошел сегодня в Емельяновском районе на станциях Калягина, Пугачева и Минина. Вот такие фотографии появились утром в социальных сетях. Местные жители и владельцы дачных участков рассказали, что градины размером с вишню побили цветы и рассаду. Гроза продолжалась не больше часа, но сопровождалась сильным ветром. По данным синоптиков, дождь в Красноярске в ближайших районах возможен и завтра, однако он будет непродолжительным, при этом сохранятся высокие температуры до плюс 30 градусов. А вот уже в воскресенье в городе заметно похолодает. На выходных у нас начинает погода портиться. Уже можно сказать, что в субботу у нас осадки будут не носить уже не локальный характер, а пройдут повсеместно. В субботу и воскресенье у нас дожди, еще высокая температура в субботний день до 28-30 градусов в городе. Но в дальнейшем уже и в воскресенье, и в начале следующей недели температура начнет постепенно понижаться, и температурный фон составит уже от 18 до 23 градусов.